По сообщениям сотрудников департамента полиции, примерно в 11 часов дня на улице Воинов-Интернационалистов 38-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес», сбил двух женщин на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшие получили ранения различной степени тяжести. Прибывший автомобиль скорой медицинской помощи доставил женщин в городскую больницу Кустаная. Одна из пострадавших получила ушиб грудной клетки, вторая, 49-летняя Татьяна Лунева, более тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Женщина умерла в больнице, не приходя в сознание. Как сообщили ее родственники, прощание с Татьяной будет проходить 14-15 февраля в храме по улице Гагарина.